Закрывай люк. Кто там сигналит? Кто-то нам сигналит. Ух ты! Что-то как-то странно сзади стала машина. Ехать не едет. Так, зеленый свет. По-прежнему 5 машин стоим. 5 машин опять встало на светофоре. 70 секунд. Где проскочили? Нет, не видим. Надо было в 2 ряда вставать, тогда бы точно проскочили. Стоим, ждем. Хотя нам что торопиться куда? Ну и стоим. Чем больше стоим, тем больше нас видят. Как бы нам же сказали правила не нарушать. Мы не нарушаем. А чем больше мы стоим, тем больше нас видят. Вполне все логично. С другой стороны, ребята, что расстраиваться? Нормально все. Ну, не проехали, не проехали. Стоим. Чем больше стоим, тем больше нас видят. Нам сказали правила не нарушать. Мы их не нарушаем. Мы стоим на светофоре. Машины проезжающие нас видят. Все хорошо. Четвертый ряд полезли воды. Что-то трафик как-то прям к нам жмется сзади. Все, мы проехали, движение продолжаем. Прям трется и трется прям сзади. Прям что-то совсем как-то неправильно. Машина сзади что-то хочет. Объехал наконец-то. Я прям очень боялся, что врежется. Притирался так сильно. Так, сейчас на Металлургов будет пробочка, я думаю. Как раз час пик такой своеобразный.